Друзья, сегодня мы с вами побываем на открытии джазового фестиваля в Ницце. Каждый год в июле проходит в Ницце джазовый фестиваль. В этом году с 15 по 19 июля. Каждый день программа разнообразна, то есть в течение 5 вечеров, 5 прекрасных вечеров джазовых мы с вами будем наслаждаться замечательной джазовой музыкой. Мы услышим завсегдатых джаза, таких как Ибрагим Малуф или Юнг Сунг Нах. В программу вечеров включены такие легенды джаза, как Чарльз Толивер, Мишель Порталь, Авишай Коэн или возвышенная примадонна Мелоди Гардо. Deux années, nous avons eu des éditions qui ont été un peu modifiées, contrariées. Открытие фестиваля. Это самое начало. Представляют всех музыкантов. Первый джазовый фестиваль в Ницце был организован в феврале 1948 года Жаком Эбе под руководством художественного руководителя Юга Понасье. А с 1971 года фестиваль проходит ежегодно. Под названием «Большой джазовый парад» фестиваль существовал с 1974 года по 1993. И программы проходили фестиваля на трех площадках. Продолжительность фестиваля не меняется с 2011 года. Концерты проходят с 7 часов вечера до половины первого ночи, то есть с 19:00 до 30 минут первого ночи в течение 5 дней. И каждый год в июле. В фестивале «Джаз Ницца» примут участие более 30 артистов, 15 в театре «Вердю» и 15 на знаменитой сцене «Москва».
cry. Перекусить тоже надо. Здесь прям готовят вам на заказ. Сыр, мясо, макароны, конечно же. Пиво вкусное. Эти цены, какие на джазовый фестиваль, обычный тариф 45 евро. Предпродажная цена 40 евро. Если абонемент на 2 дня подряд, 75 евро. А абонемент на 5 дней 175 евро. Находимся вновь на площади Массена. И мы можем увидеть сейчас знаменитые силиконовые статуи. 7 статуй на 10-метровых столбах каталонского скульптора Жауме Пленса. Эта композиция из 7 скульптур называется «Диалог в Ницце». И по замыслу автора она означает 7 континентов. Очень красивое свечение. Необычайная просто красота, вечернее время. Оказаться на этой знаменитой площади. Фестиваль проходит до глубокой-глубокой ночи. Зритель, вы видите, может выходить, то есть выйти перекусить, выпить чашечку кофе, коктейль и вновь прийти и занять свои места. Впечатления необычные. Очень нравится джазовая музыка, исполнители. Вообще все красиво. Все необычно, все так достойно. Публика прекрасная.
и организация на высшем уровне. Остается только наслаждаться прекрасными музыкантами, замечательными виртуозами джаза.